А мы с Данилкой сегодня в Лос заехали. Что нам надо? От муравьев присыпку. Потому что муравьи на бэк-ярде начинают гнезда вить. О, Данилка сразу меня... О, а он пойдет от муравьев. Найдет. А я должна орхидею выбрать. А, эти тоненькие, маленькие. А? They so small, да. Знаете, что я заметила? Белые стоят дольше. Эти дороже. Там $20, эти 28. Хм. Пойду от первой партии. Партия. $20. Ну вот, белая лучше всего. Но уже почти распустилась. И надо, конечно, выбрать, может, не очень распустившуюся. Но не все распустились. Да. Сейчас выберем. Данилка все сказал, стой здесь, выбирай. А он пошел сам за муравьями. Вот это интересное. Белое внутри, видите. Вот это вот неплохое. Хорошенькое. Такое у меня не было. Сиреневые были и есть. Вот это возьму. Конечно, он вот знает все, где что найти. Я бы в жизни не нашла. Каталка у нас есть. О, how much the noodles? Oh, they're not expensive, like $4. Take one. What color? Purple, orange, yellow, green. Make sure stay color. Well, I can't do nothing about that. What color do you want? Yellow. Okay. You want to carry that? See? You like it? Yeah. No, I was just checking the prices on pool salt here. See how expensive it is at the pool store. Ah. Oh. We buy more than 10 bags, which we're going to need 14 bags. Okay. We'll save $1 on each bag if we buy more than 10. You don't remember what you buy in there? No, this is what we need. It's pool no, salt. No, the pool store. We get the same thing, the pool salt, but I've how seen... How much was pool store? It was like $11 a bag last time. Oh, here, cheaper? That's why I figured I'd check. You want to take now? How are we going to take it home, Rubal? I take it. It's not so heavy. We're talking about 14 bags. It's okay. How are we going to put them in your car? Don't they're 40 don't pounds reach. Each, Lubov. I'll come back with my truck. Спина болит у него. Я ему сказала, не возись. Спина болит. Ему сегодня как глазному. Вот. For pool? An actual test kit to check your water. А, чтобы в магазин не ходить, самим проверять воры. Сказали, продают. Вот, спинальниками. Тяжело нам уже вот эту соль тягать. 40 pounds, 20 килограмм. Эти вроде маленькие, тяжелые. Да. But still I can help you with together gonna from both side. Mm-hmm. You need it to test for salt. They just check for bromide and not for everything. Salt pool test strips. But what? Gonna say how many need?
Ох, любила я раньше сезон покупать цветочки. Ну, сейчас, конечно, уже и денег жалко, и спина болит возиться с ними. I tell you why. In garage was green, faded color. Yeah, the yellow's gonna fade. Anything in the sun's gonna fade. Новенькая, свеженькая орхидеечка. Давай. Надо елочку полить. Тесновато что-то тут. Цветочком моим лежит. Птички поют. Все. Пошли убивать муравьев. We can use this card, Daniel, for bring the salt. Put it here. Package. No, you can't move. It's all plastic. It would break and go on. О, дипбот сломан. И колеса для легкого веса это все. Для муравьев присыпки. Я говорю, давай соль сюда. Well, we have to buy the car. Special car for heavy stuff. We don't think about. А? Что там папа делает? Играется с игрушками. Тебя не позвал. Строила Данилку к труду. Срезала я вот это дерево. Оно не растет. Но тем не менее, вот проклюнулось опять. Странно. Ну ладно. Ой. Нюхает. Что папа тут накрошил? Ну вот показывай. А, у Сочи, стоп! Ты дурочка, а. Ты чё? No! Why is she doing like that? It's a new smell. No! Shh! Ну, дура старая. Потом лизать будешь. Okay, we have to, we go walk, okay? Сочи, no! Пойду ее гулять поведу. I take her walk, okay? Because she crazy. After she gonna licking herself. Пошли гулять. Гулять пошли. Гулять. Гулять, да. Данилка доделает свою работу. Короче, а? Он посыпала, она давай крутиться. Хотела поруководить Данилкой. Чтоб от травы еще побрызгал. Ты ведь быстро сейчас закончит работу, пока я гуляю. Уехал без меня. Я ведь сказала ему, поеду с ним. Ох, Данилка. Спина болит, поехал. За солью. Ой, Сочи. Ведь сказала ему. Помогу. Приехал. You go, а? Don't wait for me. There's salt in the pool. А? There's salt in the pool. What means? Less than last year. It's only 7 bags. Oh, you check? Yeah, I felt. So I got a new sample of water, took it down. They even checked it twice. I said, no, last year we got 14 bags. No, 4 last year we have. No, Lubov, we did 10 in the first time, then 4. Ah, okay. And how many they say? 7. That's all we need. That's it? I says, our system's showing red. He says, you might need to have your system recalibrated then. He says, but for your size pool, which is 16,000 gallons. What? Mia! Mia! With a sore back. Yeah, she was here, somewhere. Hey, good bud! Okay, come on. Get пойду принесу мешок.
сделать. Даниэль говорит, я не смогу. Come on. Ну, я, конечно, на плечо не закинула, но... Он же, видите, сюда все несет. Дырочку буду упаковывать. Соки. Please put down some time. Please tell me. What do you think, the bucket have to be taken off? Yeah. Bucket from inside. Just make sure it's clingy. Yes. Here. Take it off? Yeah, leave it off. What the hell? Just leave it out. Oh. Ой, умора. Начну процесс. Не знаю, купаться-то сегодня можно было или нет. Жду звонка я. Сколько завтра у меня appointment? Сказали, позвонят, еще не позвонили, уже половина дня. Но будем делать вот так. Luba, you gotta turn the pool on. Really? Yeah. You didn't clog the pipe up. Вот как без мужика. Даже не подумала, что надо включить вентиляцию. Буду ждать. Забулькала. Everything okay? Is the water flowing up top? Where on top? Where you recording it? When you see it start to run, you just start pouring it in. Uh-huh. Don't pour it in crazy. Okay. Потихоньку говорит. Я решила все мешки за один раз. Размещать бы. Raisin. I'm going to throw here. So, from top.
Do it your way. Never making you happy. I tried to ease it for you. Никак меня счастливой это не может сделать. А я почему-то считаю, что надо тут посыпать. Блин, тяжелая сумка, я бы хочу сказать. Не под силу нам уже. Ой, я не просто такая. Моментально. Are you trying? I'm trying, I'm done. Put here. No, just to aggravate me. Ah. I told you how to do it. Okay. Why don't you just do what you're told? Do I have to go get my belt? Uh-huh. Let's get ремень принесу. Поработала, хватит. Дырку забила. Спину нацедила. Did you have fun? Yeah. Where are you going? You got four more bags to put in. But you say it waste time. You say wait, need wait. You hear it gurgling? Yeah. That means there's air in the line. Но я купаться сегодня буду. Это пылесос какой-то засосался к середине. Все равно сейчас ему скажу, один мешок там оставить. Ух, господи. И до вас. You done? Are you? Are you done? Yeah. Я попросила его мешок притащить. Хочу вот там насыпать. Ну, ладно, сама вот еще один. Are you gonna? Yeah, I know, baby. Oh, take that. Baby alligator. Baby alligator in there. Who cares?
Is it running? I'll check. I don't know what means running. Swimming pool, it's running. Cry you. I don't know what you're looking for. It's not. The water's not going down. What I have to wait? What you gonna do? I'm gonna change the pressure to pull more from the top because you probably clogged it with salt. Don't pour it so far. Gotta wait till the water starts running, like I said, 7 times. I never see the water move in there. I never see the water move in this hole. Okay. Короче, заканчиваем. You drive me to the doctors now. Why? Ой, повезешь, говорит, к врачу. I wait to call appointment. Ага, you're gonna drive me tomorrow. Ему сегодня к врачу, как глазному. А мне завтра к сердечному. Вот спорим, то кому повезет. Что он там делает? Everything okay? No, a little off. Ты что, носишься? Сломал, что ли? Я вообще ничего не понимаю в этой системе. Тут видно, что соль. Окей. Верхнюю часть он сейчас включил, чтобы циркулировало. Ну, бурлит сильно. Здесь вот. Yes, but he had a little bit move like that. Did you take the basket out? No. Basket half with salt. This is what you told. You told me put it back. Basket. I just jarred it back and forth and it finally cleared it. Okay, I go check how. Now you can pour it in. Oh, now I can pour it? Сколько раз бегал туда. Осталось-то 4 мешка. А, вот так должно быть. А-а-а. Понятно. Соль засыпали. Он сейчас отключил пылесос. Why come and go? А? Да, говорит, будет мутно на несколько дней из-за того, что соль. Why? That's a safe spot. Uh-huh. You were seeing the turtles laying on the logs? Yeah. There you go. We have little bugs laying on the hose. А это счастливое до ужаса, что мы сидим на улице оба.